Меня зовут Наташа Кочеткова, но в косплейной среде я использую никнейм Нарго. Я косплеем занимаюсь уже почти 10 лет, и я огромный фанат World of Warcraft. Раньше я выбирала персонажей каких-то положительных героев, на которых мне хотелось бы быть похожей. Потом мне это стало не важно, мне стало важно просто какая-то эмоциональная реакция на персонажа. То есть мне уже не важно, испытываю я к нему безумную любовь или глубокую ненависть. Если это меня вдохновляет на создание костюма, то я его делаю. На данный момент я сделала уже 4 костюма Джайны. И как только вышел трейлер Battle for Azeroth с триумфальным возвращением Джайны, это было предрешено, мне было суждено ее сделать. Мне кажется, она уже часть меня. Вообще, этот костюм был особенно сложным для меня, потому что у него, в отличие от всех остальных костюмов, которые я делала, меньше доспехов, но больше частей, которые надо было именно шить. В каждом косплее мне очень нравится изучать что-то новое, и этот костюм не исключение. Я впервые работала в косплее с натуральной кожей, мне безумно понравилось. Я старалась сделать сумки функциональными, чтобы их можно было использовать на мероприятии, там положить туда телефон, пудру и какие-то вещи первой необходимости. Это моя любимая часть костюма. Мне особенно нравится стиль и дизайн костюмов World of Warcraft, потому что он такой приукрашенный, фэнтезийный, но при этом очень детализированный. Его безумно интересно делать. Анонс Battle for Azeroth сделал свое дело, и меня гораздо больше узнавали именно как персонажа, чем в предыдущих моих костюмах Джайны, во всех вместе взятых, мне кажется. И мне это очень понравилось. Значит, костюм смотрится органично, значит, все получилось. Я очень рада. Безумно интересно разделение локаций для прокачки для Альянса и Орды. Особенно мне очень хотелось увидеть наконец-то Култирас. И мне очень интересна его история, что нас там ждет. Мне нравится, что култирасцев ведут как союзную расу. У них очень клевые новые облики для друидов. Самая атмосферная, мне кажется, локация в Култирасе — это Друствар. Такая мрачная, окутанная тайнами, но мне она больше всего пока что нравится. Я в первую очередь туда отправляюсь и в бету, в первую очередь туда отправлю всех своих персонажей, потому что надо уже решать вопрос конкретно. Также мне понравился там сценарий за Орду кое-какой, но просто потому что там круто показаны мои любимые персонажи, вроде Джайны или Гена. Больше всего из союзных рас мне интересны жители Култираса. Ну, немножко эльфы бездны. Когда я узнала, что мои любимые ночные эльфы у World of Warcraft принадлежат Альянсу, это сразу определило меня во фракцию. Battle for Azeroth, две фракции снова возвращаются к своим истокам, к конфликту. И хотя миротворец внутри меня немножко этому противится, если надо, я всегда готова отстоять честь своей фракции и доказать превосходство Альянса. Поэтому, Орда, берегись. Встретимся в битве за Азерот. Выбери правильную сторону.